Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым, тот художник, который можно видеть каждого, друзья, не перестаю удивляться. Просто каждый день они поражают меня своими талантами. Зеленский и его команда, как у них это получается, это гениально. Они ухитряются обгадиться чаще, чем им удается покушать. Просто поразительно. Итак, сегодня появилось видео, где одна физическая дура с канала Рада с такими, такими, такими пухлыми накачанными губами Прямо на камеру говорит, что она ненавидит украинский язык, при этом работая на канале Рада, который существует за бюджетные деньги государства Украины, и ей вообще не нравится украинский флаг. Дизайн так себе, можно было бы что-то и получше придумать. Так вот, у меня в телеграм-канале вы можете посмотреть это видео. В описании ссылка на мой телеграм-канал, посмотрите, убедитесь. Так вот, это не просто дура. Ребята, смотрите, нельзя говорить, что он агент Кремля что она какая-то идейная нет. Она просто глупа. Не надо искать других причин. Это простая человеческая тупость. Ее или выгнали, или вот скоро выгонят, это не важно. Она подводит нас к диагнозу самого Зеленского. Ребята, я бы обратился к уста... вот по установлению диагноза Зеленскому и тем, кто проголосовал за Зеленского, к американскому фильму ⁇ Человек дождя ⁇ Тут прямая параллель с Зеленским. Там э, сюжет очень прост. Том Круз... Э, играет персонажа, чей брат находится в клинике психиатрической, где содержат аутистов. Его брата играет Дастин Хоффман, которого содержат в клинике. И Том Круз забирает Дастина Хоффмана с собой в Лас-Вегас, потому что аутист, его братец, гениально умеет считать карты. Это единственное, что он умеет. Во всем остальном он профан. Он не может, как большинство аутистов, социализироваться. Он не может выполнять функции, которые надо выполнять человеку в обществе. Он э, не может даже шнурки завязать по фильме. Но он умеет считать карты. И вот тут прямая параллель с Зеленским. Единственное, что умеет Зеленский в жизни как и персонаж Дастина Хоффмана. Зеленский умеет скакать по сцене и хриплым голосом весело зачитывать чужие шутки и имитировать игру пипиской по роялю. Все! В остальных областях он, как и персонаж Дастина Хоффмана, полный ноль. Он несостоятелен. Вот какая-то дура с канала Рада. Как Зеленский. И вот этот аутист, персонаж Дастина Хоффмана, они не могут управлять государством, работать на телеканале, их содержат в специальных учреждениях. Это или психическое вот это учреждение, или 95-й квартал. Это такое спецучреждение для тех, ну, собственно, кто не может исполнять свои функции нормальные в государстве? Им нельзя управлять страной. Дорогие друзья, прямая параллель. Купили нашего избирателя, купили, избирателю соврали, что если он умеет считать карты, то и во всем остальном он хорош. Если он умеет кривляться и читать не им придуманные шутки, то он справится и со всем другим. Вот где обманули. А хозяин казино господин Коломойский, это же он платит за свет, за газ, за это здание, за игровые автоматы, за телевидение, за сцену, за сценаристов, которые пишут Зеленскому шутки, потому что Зеленский ⁇ это политический аутист. Он не может даже политические шнурки завязать, он недоразвитый. Посмотрите фильм ⁇ Человек дождя ⁇ Представьте себе, что вашим президентом стал этот милый персонаж, которого играет Дастин Хоффман, который в жизни не способен ни на что, только считать карты в казино. А ему вы доверили судьбу ваших детей, свою собственную судьбу страны. Как можно было так лохануться? Все, кто видели фильм Человек дождя... Вы же удивитесь, насколько параллель очевидна. И вот эта дура с канала рада. Она показывает, ну, пишут в комментариях, что там Зеленский не дурак, он агент, не надо. Не надо преувеличивать интеллектуальные способности Зеленского. Он не способен, он дурень, он просто глуп, невероятно туп, не обучаем, друзья. Не надо преувеличивать способности, вот он там, он хочет. Он как аутист, он не понимает, как устроено общество. По нем видно сразу, он, отучившись на юридическом факультете в юриспруденции, полный болван. Он до сих пор не понимает элементарных вещей. И вот эта кретиничка с канала Рада, которая вот этими своими накачанными губами несет чушь, он психически не состоит, то есть он не отвечает он несостоятелен, это же психиатрия. Ребята, по нем видно, что он дурень. Поэтому, скорее всего, когда его уберут из власти, у него действительно появится справка, что он дурак. Официальная справка, что он дурень. А психически больных, ну, как ни крутите, осудить невозможно. Поэтому я вас прошу, перепостите обязательно вот этот вот мой ролик. Просто и когда вы говорите с людьми, которые до сих пор сомневаются, которые до сих пор все-таки имеют какой-то сентимент к Зеленскому, на примере фильма «Человек дождя» покажите им, за кого они проголосовали. Ведь персонаж в кино, вот которого играет Дастин Кофман, он вполне симпатичный, он вызывает сочувствие и эмпатию. Но вдумайтесь, какая трагедия, если вызывающие сочувствие вот этот вот аутист, не дай бог, вдруг начнет управлять вашей страной. Я с уважением отношусь к всем аутистам, там к, людьми, к людям с психическими отклонениями, с проблемами, к, с теми, кто, собственно, в области психиатрии как-то ну чуть-чуть слабоват лично. Но, ребята, при всем сочувствии к этим людям и уважении к ним их нельзя назначать на управление государством. А эти люди должны ну, как-то вызывать сочувствие, они должны иметь поддержку от страны. Но доверять им управление страной – это категорически невозможно. И случай с Зеленским на самом деле для будущих поколений ну, просто ставит определенные задачи. Я думаю, на следующих выборах все кандидаты обязаны будут сдать независимый психиатрический тест. У независимого психиатра, я думаю, Европа тут нам сможет помочь. И обязательно тест на наркозависимость. А, потому что, как говорил мой старый приятель Виталий Кличко, говорит: самая злопамятная вещь на свете это моча. Она помнит все, что было за последние несколько лет, потому что следы любых наркотических веществ в моче остаются очень надолго. И когда Кличко привез сюда специалистов вот этого ВАДА, международной организации, и когда и Кличко, и Порошенко, да и я, собственно, готов сдавать любые анализы, пожалуйста, я думаю, любой общественный деятель, любой блогер может прийти сдать просто, чтобы вот так вот показать. Потому что я никогда в жизни наркотиков не употреблял. Я думаю, как и Кличко, как и Порошенко. Поэтому Всегда готовы сдавать спокойно анализы. Я думаю, чтобы дать пример политикам, ребята, прежде чем идти во власть, вы должны показать, что вы готовы предоставить людям и справку от психиатра, и справку от нарколога, потому что пример Зеленского говорит, что эта справка необходима. Друзья мои, к сожалению, не видя этой справки, мы получаем вот такой результат. От дуры которая на канале Рада вот это вынесла, еще раз говорю, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. И не забудьте на мой, подписаться на мой YouTube-канал. Друзья, и очень надеюсь, что нашими солидарными усилиями наконец-то в этом году за нами массовое в соответствии с украинской конституцией наконец-то не заржавеет.